Возьми тузи, вузи, крузи, все тузи, важно, все не стараются, не вони, не вони, не стихи, вони, сюда, не едила, только гольну все свое, Томас и тузя. Это Томас. Я Томас. Смотрите, что я вам приготовил. Запекайте. Встречайте. Это остров Содере. И паровозик Томас живет именно там. Самый сильный паровоз в мире. Однажды Дизель решил стать самым сильным паровозом в мире. Он то вагоны порвал, вагончик Перси. Он ставил вагоны в одно и то же место. Он поставил вагон сюда. Развернулся. И поехал назад. Пошел поехать за другими вагонами. Дизель сказал, надо еще чуть подъехать. Или давай отъедем назад, сказал Дизель. Или давай отвернемся. И вот он ставил еще один вагон и повез дальше. Он вез эти вагоны дальше. Он сказал, чуть не стукнул. Оранжевый, сказал Дизель. Он поехал дальше с другими. А Чарли в это время еще спал. Вопил Чарли. А Дизель сейчас развернется. Возьмет другие вагоны и поедет дальше. Он эти вагоны вез до тех пор, пока не довезет их до этого места. Он сам этого не будет, сам. Дизель все думал о том, как он станет сильным. Он все вагоны вез. Он все вагоны вез. Он вез не только грузовые вагоны, но и пассажирские даже. Дизель сказал так. Один остался. Чарли еще спал. И вот.
вот Дизель погнался за последним вагоном. Дизель все думал, везти этот вагон или нет. Дизель все думал, думал. А Чарли ему мешал думать. Он мог думать как можно быстрее, этот хрип его раздражал. Взял последний вагон и поехал к остальным. Он вез не только маленькие, но еще и большие тоже. Это был последний вагон, сказал Дизель. И вот сейчас он всех укрепит. Всех-всех. Эти все. Дизель сказал так. Сейчас я укреплю. И поем, и поразвожу их всех. Однажды подъехал Чарли и сказал: Дизель, что ты собрался везде? Спросил Чарли. Я самый сильный паровоз в мире, сказал Дизель. Ну, посмотрим, сказал Чарли. Дизель начал укреплять эти вагоны. Чарли решил чуть подъехать, чтобы посмотреть ближе. А Дизель их укрепил всех. Один смеялся, обнимал других лиц вообще не было. Сейчас подолкну, сказал Дизель. Дизель толкал, 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 но тележки так и не сдвинулись. Дизель думал, что он самый сильный паровоз в мире, но он сейчас будет толкать, толкать, толкать до тех пор, пока хоть метр не сдвинется. Толкал, толкал, толкал. Это его очень сильно разозлило, потому что он не мог сдвинуть их даже на метр. Он даже на метр сдвинуть не мог, потому что эти ножки были тяжелые. Смеялся Чарли. Помогите, сказал Дизель. Чарли было плевать на него. И сейчас на него посыпется уран. А тележка все смеялась. Эта тележка и этот паровоз оба смеялись вместе.
на дизеле рассыпал с кучей. Ну что, ты слабый или сильный паровоз Мига? Спросил Чарли. Нет, к сожалению, я самый слабый паровоз, сказал Дизель. Вот ты хорошо. Если бы ты подтолкнул драгоны, я бы не ловил ковидогами. Ох, ворчал Дизель. Смеялся Чарли. Я его установил. Теперь Дизель стоял на его месте. А в это время Чарли перевозил вагоны. Он был чуть сильнее Дизеля. Он смог вывести эти вагоны до самого конца. Дизель вообще ничему не учился. А вот Чарли учился. Зато он очень хорошо знает математику, физику, английский язык, немецкий язык, испанский, итальянский, японский, китайский и так далее. Но Чарли иногда увел себя как противник. И вот последний вагон остался на этом же месте. Его колеса затормозили. Он сейчас на эти земли весу. О май гад, сказал Дизель. Чарли все переложил. А Дизель еще стоял. Чарли спал вот так вот, а Дизель его вот так вот. Это поддельные персии главной этой скалы. У них сейчас ночь. И вот... Скоро заставка поменяется, и вот как их мир изменился.